Доброе утро. Мы пришли на завтрак, и у нас оформление стенда лучше продукция. Варианты, я так понимаю, это новая сумка. Новые аксессуары. Как правило, утро начинается с того, что нужно хотя бы что-то понадкусывать, берешь все, а на следующих завтраках уже как-то меньше тарелочку накладываешь. Так, мы подъехали на скалке, и она нереально высокая. По стоимости подняться на высоту 360 метров стоит где-то 1200 рублей. Мы сейчас поднимемся на высоту 350 метров. Ушизмаемся. 100 метров проехали. 150 метров, 200 метров. Красота. И быстрее пошло кругом. Такое ощущение, что мы летим. Круто! Такие все дома! Шоу-пом оказывается в Токио, как сам город, состоит из 23 городов, еще 42 городов рядом. И в среднем в Токио приезжают 40 миллионов человек для того, чтобы работать, но они здесь в Токио не живут. Только это высоко, представляете, очень круто. Вот у кого есть фобия, сюда, наверное, я не знаю. А вот там вот, кстати, красиво. Да. Впечатление, что... Видишь, смотри, какая красная площадка. Смотрите, как она спускается. Мы приехали на рыбный рынок. Это самый большой рынок в мире. Здесь работает 200 тысяч сотрудников. Икра морского ежа. Торги начинаются здесь с 4 до 5 утра. Они проходят, и только после этого открывается рынок для всех. Девчонки что-то покупают на рынке. Сардинки попробовали. Не знаю, честно. Вот окей, и пиода. А приготовить у нас клубникой. Кто видел белую клубнику? На рынке, конечно же, дождик, узкие улочки, много всего вкусного. Мы прошлись, угостились всем. Поели, столько здесь всего вкусного. Красная икра. Чем здорово. Тут ходить теперь, как здесь много кварталов. Здесь работает 200 тысяч человек, представляете? Что, например, вот это? Не знаю. В одном салатике может быть 20 видов морской капусты. Смотрите, как это делается. Надо взять многоразовые ножницы и ими вот так разрезать, чтобы это влазило в рот. Ну, вы поняли, Сережа, да? Так рассказывает, как будто ты хоть раз делал. Потом будем. Ну, здесь, я думаю, можно здесь, просто, здесь видишь, просто. Да, просто берется зубочистка, видите? И вот так зубочисткой кормится жена. Давай. Нет. Ладно, сам ем. Вкусно. Не готовим сейчас. Мы сейчас находимся на самом деле. Кальмары, вот как у нас. Они к пиву покупают сушеные, но они здесь завтра. Это устрицы. Просто вы обычно видите Иру красивую, когда на ролике она снимает. Сейчас красивая. Сейчас посмотрим, когда она не подготовлена. И я здесь, да, что ли? Офигеть. Полезно.
вкусно. А почему тебе не понравилось? Потому что скажете, что она тебе некрасивая. Она и так красивая, даже когда не снимает ролик. Мне нравится. Обалденно. Нежная очень что-то. Необычная устрица, очень классная. Район Хилбай. На самом деле столько много народа, это мы только входим в зал, в котором 50 входов, можно заблудиться. С начала до конца пройти этот час. Есть еще один вокзал, там, чтобы его пройти, требуется 1.5 часа. 3 миллиона человек проходит этот вокзал ежедневно. Вы представляете, 3 миллиона человек. Это не знаю, там 2 Краснодара, а это вот просто один вокзал. Ну, там Япония, ну, японцы, маленькая просто страна. Ребята, оказывается, Япония по численности такая же, как Россия. Какое красивое место. Башня. Классно. Мы друг друга снимаем. Только много техники. Вот такие краны работают. Там написано на нем Сан-2. Это, наверное, этажей 80. Такую высотку ставят за ночь. Она уже полностью готовая. Строительство начинают с крыши. Ни фундамент, ничего, а именно с крыши. Готовят всякие конструкции по отдельности, потом все это привозят и просто за ночь собирают. История Годзилла. Сейчас он вам принесет. И просто подуйте, закушайте. А в тарелке посчитаете. Либо чай. А, окей. Мы с Кристинкой решили поддержать. Точнее, все ребята, да? И сделали заказ. Посмотрите, вот мы уже заказали. И чай. Он в порошке. Одна ложечка. Ты заказываешь, показываешь на тарелочке, что ты хочешь. Вот видите, в зависимости от того, какая тарелочка, 120, вот видите, они сколько стоят. И потом ты оплачиваешь, соответственно. Вот. А еще мы заказали сакэ. Попробуем. Да, представляешь, когда вообще в моем понятии суши, это было рулы. Ну, суши, заходили, и все. И когда нам сказали, что, ну, вот, какие вы суши, ну, я говорю, ну, в Калифорнии. Филадельфия, она меня посмотрела, тогда это какую страну? Бон аппетит. Ням-ням-ням. Такэ. Не знаю, что это, в общем, в наши прекрасные дни. Попробуем. Прикольно, легкая, это не водка, это что-то легкая, водка, разбавленная чем-то. Коктейльчик какой-то, да? Да, как коктейльчик. Такое мартини, да, похоже на мартини. Привкус еще дает то, что мы здесь все это с имбирем.
Точно! Я думаю, что же мне так прожгло. Да, это имбирь. Такой красный, как у нас в России. У нас он ярко-красный продается. Светло-розовый. Моя бы доченька подошла и сказала, из всего вот того, что вы съели, мне вот такую коробочку. Мы тут еще с Кристинкой надринкали саке. Это вот, он дышит. Годзилла. Это то, что мы с вами видели. Сзади смотрите. Идет на ладони, и он в галстуке. Вот вам не Страна. Да, они дома не готовят, и поэтому здесь столько еды. Ну, так, на самом деле, это так классно. Да. Это просто классно. Я тоже прям за это. Я за это, чтобы дома не кушать. Они приходят домой уже сытые всегда. Ну правильно, ты приходишь домой, потому что каждый должен работать по своей профессии, правда же? В игровые автоматы. Их нельзя было перевести. Эта улица называется Кабуки-чо, где мы находимся. Моды для мужчин. Как одеваются мужчины в Японии, я так понимаю. О боже мой, о боже мой. Я представляю себе в Европе такую одежду. Кошмар. Сакура в этом году начала цвести на неделю раньше, а когда она цветает, то цветы опадают как снег. Говорят, здесь волшебство. А прибегала Хачко. Впереди вот мы видим белый. Но здесь опять-таки три вокзала находятся. Три вокзала. Людей. Я хочу встать в центр. Здесь очень легко потеряться, и поэтому свидание либо встречу назначают либо у первого вагончика. Этот первый вагончик, первая станция метро в Токио, либо у памятника Хатико. Наверняка вы смотрели фильм, и памятник это означает верность. Сюда приходят тысячи людей, чтобы сфотографироваться у него, загадать желание. Мне определенно нравится ходить по этому перекрестку, но мы на самом деле сейчас бежим уже в аптеку, вот, покупать там маски, глазные капли. Но на этом наши мероприятия не заканчиваются, мы сейчас едем в отель, и у нас начинается
Приветственная вечеринка! А это зона для руководства компании Reflame, для глобальных лидеров компании. Мы как-то тут оказались, нам понравилось, и мы остались. Вообще, пули не пробиваем. Я вообще штуки вставляю. Чего? Скажи, для чего это? Но им нельзя показывать грудь и выстающиеся части. Мы на разных тонах объем с едой, которую я предлагаю. Что взяла вкусного? Как всегда. Понавсусывать. В вип-зоне было саке или вино с настоящим золотом. В общем, невероятно вкусное. Никогда в жизни не пробовала. Больше нигде даже и не видела. Только здесь было. Нет, это Майка, ученица гейш. В 7-летнем возрасте девочка дает обучаться искусству гейш, и они есть только в Киото, и настоящих гейш это буквально по пальцам пересчитать, они стоят безумно дорого, все остальные это просто Майка. Их занятие, обучение длится 12-13 часов в день, и они встают в 8 утра, ложатся за полночь. Гейши, Майка — это ни в коем случае не проститутки, это запрещено по закону. Вот смотрите, нарисовано просто ради интереса. Подвожу ладошку, раз, и мыло тебе. Ну, мыло, да, антисептическое, раз. Подношу руки, и водичка. И здесь еще куча всего, честно. Это просто шок. Ну, про космические туалеты вы, наверное, видели, да? Давайте я вам покажу. Космос-туалет. Вы, кстати, заходите, вы открываете крышки, все крышки с подогревом, они каждый раз в туалет сходишь, стерилизуются,
Здесь вообще, честно говоря, я так и не поняла, два дня не поняла, это космический корабль, который управляется. Знаете, вот трудно реально снимать, потому что вот жидкое мыло, здесь что-то какая-то салфеточка, вот это все антисептик. Ой, ну вообще как-то, я не знаю. Ириша, а может ты знаешь, что это такое? В общем, нам за 30, и мы еще мозгами не доходим. Тут все, настолько все технически развито. Замкнутое зеркало. Ты подошел и посмотрел себя. Ну, блин, ну вот, ну везде, везде. Во весь рост нюансы. Да, нюансы и такие классные. И в туалет в сменных тапочках. Да. Смотрите, сейчас я повернусь, сниму тапочки и выйду отсюда. I'm gonna make it.